Приветствую всех на канале Лора Дэвис. DigiWage Network – фриланс-площадка с нулевой комиссией. Давно хотела вам рассказать об одной интересной площадке наподобие freelance.ru, да вот только все руки не доходили видео заснять. А теперь у меня появилось немного времени, так что запасайтесь чаем и печеньками, а я начинаю свой рассказ. Итак, площадка, о которой я хочу вам сегодня рассказать, называется DigiWage. Все видео я разобью на отдельные блоки, чтобы вам было удобно слушать и воспринимать информацию о данном проекте. Кому же нужна площадка DigiWage? Первое, кому нужна площадка DigiWage, это фрилансеры. Второе, компании и частные лица, которым требуется работник на короткое время. Третье, продавцы цифровых товаров. В чем прелесть DigiWage? Вы узнаете из 5 фактов о площадке, которые перечислены позже. Конечно, DigiWage – это еще молодая площадка, и ей нужна свежая кровь. Поэтому она всеми путями пытается привлечь заказчиков и исполнителей к себе. Да, сейчас это очень тяжело. Да, и многим непонятно, зачем создавать такие площадки, которых и так много. Об этом и обо всем другом давайте по порядку. А пока давайте я поведаю вам об основных преимуществах DigiWage. 5 фактов о DigiWage, которые стоит знать каждому. Первый. DigiWage – это децентрализованная площадка для фрилансеров и заказчиков, кому нужны специалисты не на постоянный наем в компанию. Второе. DigiWage не взимает комиссию с заказчиков и исполнителей. Третье. DigiWage – это отдельно существующая экосистема, абсолютно независимая от других блокчейнов. По сути, это отдельная блокчейн-сеть. Четвертое. У DigiWage есть свой собственный токен Wage. Токен Wage уже торгуется на нескольких криптовалютных биржах. Пятое. У DigiWage есть свой собственный кошелек для токенов Wage. Создать кошелек можно в личном кабинете. Теперь я думаю, многим из вас стало понятно, почему DigiWage – это площадка будущего. Чего только стоит нулевая комиссия за совершение операции на площадке. К слову, если вы не в курсе, то на других фриланс-площадках сама система берет комиссию в размере от 10% и выше от суммы заказа. А это очень сильно бьет по кошельку заказчика и по энтузиазму к работе исполнителя. Ну вот, например, фриланс-площадка K-Work взимает 20% за комиссию операции в системе. То есть с каждой 1000 рублей в системе уйдет 200 рублей. Вы ведь понимаете, что это абсолютный грабеж. В то же время площадка DigiWage не взимает никакой комиссии. И это очень круто. Я вообще сторонница блокчейн-систем и всего, что связано с токенизацией и децентрализацией. Так что следите за проектом DigiWage и его токеном Wage. Ну а если вы фрилансер, то скорее бегите создавать аккаунт в системе. Данный материал опубликован для ознакомления и понимания сути проекта. Перед принятием решения об инвестировании советую вам более детально ознакомиться с техническими документациями проекта. Инвестиции в ИСО сопряжены с высокими рисками.